Минпромторг России подготовил списки автомобилей, рекомендованных для приоритетного использования государственными служащими. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ведомства. В документ, согласно имеющейся информации, вошли российские бренды «Лада», «Москвич», «Аурус», «Эволют» и «УАЗ», а также китайская марка «Хавал». Список, как уточняется, планируется актуализировать по мере выхода новых моделей автомобилей российского производства. Напомним, на Восточно-экономическом форуме президент России Владимир Путин заявил, что российским чиновникам необходимо использовать российские автомобили. Глава государства призвал брать пример с Индии, где госслужащие отдают предпочтение транспорту, произведенному в стране.